Здравствуйте, я Марина Климова. Хочу обсудить с вами, стоит ли переходить на автоматизированную упрощенную систему налогообложения вашей организации или вашему ИП в 2023 году. Это новый режим налогообложения, довольно причудливый. Есть экономия на налогах, но есть полная прозрачность, есть освобождение от большей части форм отчетности налоговых, но в то же время и обязанность открыть счет в уполномоченном банке. Тут очень много всего накручено. Подробности на видеоконсультант.